Всем привет! Предлагаю вам связать вместе со мной вот такого вот классного мишку, которого можно использовать как брелок на ключи, либо на рюкзачок ребенку. Он получается очень классный, такой вот интересный, размером 13 сантиметров. Вяжется легко, как и в принципе все мои игрушки. Мастер-класс очень доступный, будет состоять из двух частей, и это первая из них. Вязать этого мишку я буду из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Вы можете использовать любую пряжу, которая у вас есть. Просто если у вас пряжа тонкая, то он будет еще меньше по размеру. Так он у меня получился 13 сантиметров. Очень классно смотрится на рюкзачке школьном у девчонок. Так что будет классный подарок. Нам понадобится крючок номер 4, вот такое вот колечко для брелочка, его можно купить в магазине для рукоделия. Также нам понадобится носик, можно, если у вас носика нет, вышить его. Носик этот маленький, не знаю, где-то, наверное, 5 миллиметров или 7. Нитка с иголкой, обычный маркер. Ножницы, спицы, это у меня для того, чтобы закрепить голову и ровненько ее пришить. И наполнитель еще нам понадобится. Вязать я сейчас буду желтого мишку. Начинаем вязать с ножек. Видео для начинающих я прикреплю здесь, в подсказках. Переходите, смотрите, кто совсем не понимает, что делать. Сейчас мы начинаем. Можно делать либо кольцо амигуруми, либо две воздушные петли. Вот я люблю делать 2 воздушные петли. И в первую петельку нам нужно набрать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. Каждую петельку по 2 столбика без накида вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В третьем ряду провязываем 12 столбиков без накида, просто в каждую петельку по столбику без накида. Если хотите, можете поставить маркер. Этот ряд я провязала, вязание выворачиваем. Следующий ряд у нас 4-й, вяжем 3 столбика без накида. Дальше делаем 3 убавки. Видео по убавкам тоже прикреплю здесь. Переходите, смотрите. Первая убавка. Вторая. Третья. И 3 столбика без накида до конца ряда. Это у нас 4-й ряд. Дальше 5-й ряд. Вяжем 2 столбика без накида. Дальше делаем 1 убавку. 1 столбик без накида в следующую петельку. И снова 1 убавку. И до конца ряда у нас 2 столбика без накида остается провязать. Вот 1, 2. Теперь добавляем сюда наполнитель. Я наполнитель добавляю только вот в эту часть ножки. Вот только вниз. Сюда добавляю, здесь уже не добавляю. Добавляем только в эту часть немного наполнителя. И дальше мы провязываем с 6 по 9 ряд включительно по 7 столбиков без накида. Вот я довязала. Теперь делаем соединительный столбик.
Обрезаем ниточку, вытягиваем, затягиваем и хвостик прячем вовнутрь. Вот такая вот ножка должна получиться. Вторую вяжем точно так же. Ножки готовы, теперь делаем ручки. Начинаем точно так же, делаем 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. 3 раза у нас получится так сделать. Это первый раз был, вот второй раз. 1 столбик без накида, прибавка. И третий раз 1 столбик без накида и прибавка. В третьем ряду вяжем 9 столбиков без накида. Просто в каждую петельку по столбику без накида. Там вот 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вязание выворачиваем. И в четвертом ряду вяжем 1 столбик без накида, убавка. И тоже так делаем 3 раза. 1 столбик без накида и убавка. Это 1 раз. 1 столбик без накида, убавка. Второй раз. 1 столбик без накида, убавка. Третий раз. Наполнитель в ручку я не добавляю. Дальше мы вяжем 5, 6 и 7 ряд по 6 столбиков без накида в каждом ряду. После чего делаем соединительный столбик и ручка будет, ниточку обрезаем и ручка будет готова. 2 ручки готовы. Дальше вяжем туловище. Начинаем, как обычно, в первую петельку, но сначала 2 воздушные петли и в первую петельку 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. Так делаем до конца ряда. Это у нас 3 раза получится сделать. В конце ряда будет 9 столбиков без накида. Вот делаем. Так, сейчас. 1. Следующую петельку прибавка. Это 2, 3. Столбик без накида 4. Следующую петельку прибавка это 5-6, столбик без накида 7 и прибавка 8-9. В следующем ряду, в третьем, вяжем 2 столбика без накида прибавка, тоже так делаем до конца ряда. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. И в четвертом ряду вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Тоже так до конца ряда, и в конце ряда будет 15 столбиков без накида. Вязание я вывернула и вяжу дальше. Следующий ряд у нас 5-й. Будем провязывать ножки. Для этого вяжем сначала 4 столбика без накида. Я поставлю маркер, чтобы себя проверить. 1, 2, 3, 4. У меня для маркера шпилька. Кто со мной давно, уже не удивляется. Со шпилькой очень удобно. Попробуйте. И
вряд ли вы потом захотите возвращаться к обычным маркерам специальным. Раз, два, три, четыре. Теперь берем ножку. Ножку берем носочком вперед, вот так вот держим ее. И так и будем провязывать. То есть это у нас будет правая ножка. Смотрим, чтобы это было посерединке. И с ножкой нам надо провязать 3 столбика без накида. Петельки не пропускаем. Вяжем 1, 2. С ножкой же понятно, как провязывать. Сначала заходим полностью насквозь в ножку, а затем в тельце. И все это вместе провязываем. Вот 3 столбика без накида мы провязали. Дальше вяжем 5 столбиков без накида по спинке. Это у нас спинка. 1, 2, 3, 4, 5. До конца ряда остается 1, 2, 3 петелечки. Это вам как ориентир. Мы провязываем как раз вторую ножку. Берем ее уже не вот таким образом, а вот таким. То есть это у нас будет левая ножка. И провязываем эти 3 столбика без накида. Заходим насквозь. Провязываем вот один столбик. Так, не туда куда-то пошло. Сейчас провязываем 1 столбик без накида, дальше 2 и 3. Так, вот ножки мы провязали. Ножки вот здесь вот я придавила, чтобы они были вот такого плана. Следующий ряд у нас 6. Вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. И так делаем до конца ряда, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка это 5-6. Снова 4 столбика без накида. Это у нас 7-8-9-10. И прибавка 11-12. И снова 4 столбика без накида. Это 13-14. 15 и 16, и прибавочка, это 17-18. Есть такое дело. Вот так вот, видите, сейчас выглядит. Следующий ряд 7, делаем 4 столбика без накида, 1 убавка. Так делаем до конца ряда. 3 раза нам так нужно сделать. Вот делаем 1, 2, 3, 4 и убавочка. Это 1 раз. 1, 2, 3, 4, убавка. Это второй раз и еще 1 раз. 1, 2, 3, 4, убавка. Угу. Так, сразу провяжу 1 столбик без накида и поставлю маркер. А вообще в следующем ряду, это уже у нас 8 ряд, вяжем 3 столбика без накида, убавка. Тоже так делаем до конца ряда. 3 раза у нас получится так сделать. Вот один я уже провязала, вяжу 2, 3 и делаю убавку.
И в девятом ряду вяжу 2 столбика без накида, убавка. Тоже так делаю до конца ряда. В конце ряда у нас будет 9 столбиков без накида. Вот такая вот красота получается. Сейчас будем провязывать ручки. Десятый ряд у нас начинается. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, маркер можно перенести. 3, берем ручку. С ручкой провязываем 3 столбика без накида. 1, петельки не пропускайте, 2 и 3. Вяжем дальше 2 столбика без накида. И как ориентир до конца ряда 1 столбик без накида. Берем ручку, провязываем тоже 3 столбика без накида. 1 получается в этом ряду и 2 в следующем. Маркер уберу, чтобы не мешал. И вяжу 1 столбик без накида. 2. И 3. Все. Следующую петельку мы делаем соединительный столбик и оставляем ниточку для пришивания головы. У меня вот такой вот длины. Вытягиваем, затягиваем и добавляем вовнутрь наполнитель. Полностью его набиваем. Он сейчас такой вот смешной, но когда мы пришьем голову, ручки опустятся. Ножки мы здесь потом еще дополнительно зафиксируем. И будет вот такая вот красота. На этом первая часть заканчивается. И в следующей части мы свяжем голову и оформим полностью мишку.